Три, два, один. Уважаемые слушатели, вдруг у кого-то картинка пропадает, а звук идет, поэтому слушатели, хочу обратиться к вам, потому что любое обращение прокатит сейчас, когда каждый уважающий себя президент что-то говорит шампанским на каком-нибудь некрасивом фоне, а у меня фон красивый, поэтому я бесспорно должен обратиться к вам, хотя не знаю к кому. Может, меня только девочки увидят, или только мальчики? Или наоборот, начнут показывать всем родственникам и знакомым, ссылки по аське пересылать, хихикать и толкать друг друга в бок, а от этого могут быть синяки, если кожа особо нежная. А я заботливый и любящий. Я даже забочусь о копирайтах. Вот Гилёв, который пасмурное эхо, любит старую школу. К людям старой школы особо обращаться-то не нужно, потому что на вас держится мир. Если бы не вы, мы бы погрязли в новых вещах, свежих коллекциях, и непонятной музыке. Каждый день нам приходилось бы следить за тенденциями, мы стали бы тенденциозными выродками, а вы, на вас держится устой. Ведь поглядите на модников. В прошлом году все девочки носили унты, а в этом году все перерезали в сапоги, в которых запихивают узкие джинсы. Мальчики еще пару лет назад гоняли в борцовках. Ужас. И так всякий новый сезон. Хотя, чего обращаться к людям старой школы? Я лучше обращусь к тонким душою. В этом году я снова младше, чем в следующем январе. И ветер чужих путешествий заносит сугробами ростки рефлексивного нарциссизма цвета коньяка. Хотя это хорош под футболкой, троллейбусы Востока догоняют мягкие полоневые облака. Но ведь вы, наверное, сразу среагируете на слово «полоний». Начнете политики спорить, а суть вовсе не в этом. Суть в том, чтобы вы сами нашли смысл. Это очень легко. Его можно придумать, и тогда он будет самым лучшим. Это вам задание на год. Потом проверю. А сейчас? Я пойду варить студень и тереть хрен блендере Мулинекс. Адьос, бомбини. Лейт раот шмихавуром вехаверим. Шамудим кусит везубим. Лехтис даен. Шана това у метука.